Государственная дума решила запретить доступ на свою территорию СМИ иностранным агентам. Поэтому сегодня Радио Свобода совершает свой последний визит в Нижнюю палату российского парламента. Без Государственной думы в жизни журналистов Радио Свобода будет меньше патриотизма, меньше духовности и, конечно, меньше законотворческой деятельности. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка! Провал идет, вы Майдан готовите! Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет, ну что я так, могу коллеги. Сказать? Пожалуйста, для депутатов Государственной Думы, наверное, это самое увлекательное занятие – поднять голову к потолку и увидеть, что там течет. На этой неделе Министерство юстиции внесло «Радио Свобода», «Голос Америки» и дочерние проекты этих СМИ в список иностранных агентов. Таков ответ российских властей на действия США в отношении телеканала «Russia Today» и информационного агентства «Спутник». Государственная Дума, в свою очередь, решила запретить иностранным агентам вход на свою территорию. Депутаты подчеркнули необходимость зеркальных мер. Нам, орлам, случается и ниже кур спускаться, но только курам никогда до облак не добраться. Спасибо. Пожалуйста, куриной. Так что сегодня журналисты «Радио Свобода», возможно, в последний раз полюбовались строгой роскошью думских интерьеров и вкусили запретный теперь уже плод в форме яств из парламентского кафетерия. На прощение Госдума подарила нам и наши 15 минут славы, ведь все федеральные телеканалы стремились взять у журналистов «Радио Свобода» интервью. И даже депутат Петр Толстой признал, «Радио Свобода» – самая цитируемая СМИ в русскоязычном сегменте интернета. Иностранный агент Светлана Павлова, иностранный агент Петр Косихин. Для «Радио Свобода» – Москва.